классической борьбе 5-8 лет могут пройти, прежде чем новички вырастут в мастеров спорта. За эти годы борцу надо стать не просто сильным, но и развить в себе специальные скоростно-силовые качества, укрепить группу мышц и связок для того, чтобы проводить броски и успешно защищаться от ответных атак. Скоростно-силовая подготовка организуется в основном в дневное время. Но, по сути, начинается она уже на ежедневной утренней тренировке. Большинство этих упражнений борцы будут выполнять и на основных занятиях. Утром же они полезны для поддержания мышечного тонуса, подготовки мышц и связок к интенсивным нагрузкам. Даже в таких упражнениях, составляющих часть технико-тактической подготовки, закладывается база для скоростно-силовой работы на специальных тренировках. Большое значение перед занятиями имеет разминка. В нашем фильме мы акцентировали внимание на упражнениях на быстроту, ловкость, координацию движений, которые занимают большую часть времени разминки. Основа специальной подготовки – упражнения со штангой общего скоростно-силового характера. Их задача проста – повысить атлетизм борца, привить навык скоростно-силовой работы. На штанге сейчас 80 килограммов. Собственный же вес спортсмена 57 килограммов. Другое движение, где требуется взрывная сила. Подъем штанги на грудь. Вес снаряда 100 килограммов. Намного превышает вес любого из будущих соперников борца на ковре. Специфическое для борцов упражнение. Многие броски начинаются с подъема соперника из партера, для чего надо низко наклониться. Упражнение развивает необходимую для этого силу мышц спины и ног. Специальные упражнения скоростно-силового характера, как правило, модулируют тот или иной прием борьбы. Посмотрим некоторые упражнения, соотнесенные с определенными бросками. Один из эффективных приемов борьбы – бросок прогибом. Чтобы суметь его выполнить, нужно научиться работать руками в координации с туловищем, подводить грудь рывками под грудь партнера. Необходимо руками плотно прижимать его, не давая ему сползти. Важно постоянно удерживать высокое положение туловища и бросать прогибом без подбива. Здесь закрепляется навык длительного напряжения мышц спины и рук, повышается устойчивость. Если это упражнение многократно повторять, то у борца развивается специальная скорость, необходимая для броска прогибом. Переворот накатом известен каждому борцу. А вот защита от него – ахиллесова пята многих спортсменов. Вот так, упираясь рукой в сторону переворота, можно сдержать атаку соперника. Но кроме высокой техники, для этого нужны сильные мышцы рук и плечевого пояса. Это одно из специальных упражнений. Грудь надо опускать как можно ниже, по крайней мере, ниже уровня скамеек. Один из эффективных приемов борьбы, так называемый задний пояс,
бросок прогибом, обхватом туловища сзади. Его сложность в том, что соперник находится в низком партере, и его надо вначале поднять на достаточную для броска высоту. То есть нужны сильные и одновременно гибкие ноги и спина. Вот простое, но эффективное упражнение. Согнуться надо как можно ниже, выполнять максимальное число повторов в скоростно-силовом режиме. Для более подготовленных борцов полезно такое упражнение. Его также надо исполнять активно, в достаточно быстром темпе. Это эффективное упражнение для тех групп мышц, которые работают при защите от заднего пояса. Здесь главное научиться удерживать туловище прямым. Если борец не сумеет этого сделать и согнется, то сопернику будет намного легче его поднять. Отталкиваясь руками и носком ноги, сохраняя туловище прямым, надо передвигаться по ковру, уходя от приема. Упражнение можно усложнить толчком руки в плечо для более точного моделирования реальной ситуации, но только в плечо, поскольку толчок в предплечье запрещен правилами. Ко многим борцам не сразу приходит умение удержать туловище прямым. Для укрепления мышц живота и спины надо чаще выполнять традиционные упражнения на сгибание и разгибание. Их используют и в целях профилактики травматизма. Для более подготовленных физически рекомендуется отягощение. Любой прием начинается с плотного захвата, требующего сильных предплечий и кистей. Вот некоторые скоростно-силовые упражнения для укрепления рук. Здесь развивается цепкость, сила мышц сгибателей и разгибателей рук. В таком движении укрепляются мышцы, участвующие в обоюдном крестовом захвате. В упражнениях с резиной работа более плавная, в противовес резким движениям с тяжестями. Это и профилактика травм мышц плечевого пояса, и повышение их тонуса. Тренер должен индивидуально подходить к подготовке каждого борца. Например, спортсменам большого веса вместо лазаний по канату подойдет такое упражнение со штангой в скоростно-силовом режиме. Вес штанги превышает собственный вес борца. Недюжинной физической силой требуют броски и скручивания. При их проведении в работу включаются практически все основные группы мышц. Причем бросковое движение носит ярко выраженный скоростно-силовой характер. В таком упражнении
точно моделируется направление броска, а значит тренируется соответствующая группа мышц. Движение имитирует бросок, поэтому борец не просто накачивает мускулы, а совершенствует навык технического действия. В упражнении с гирей более широкая амплитуда движений. Здесь возможно и большее количество повторений, ведь гири легче штанги. Но надо помнить об осторожности и быть максимально собранным, чтобы ненароком не нанести себе травму. Ошибочно представление о том, что работа ног в классической борьбе менее значима, чем в других видах единоборств. Ноги должны быть быстрыми, гибкими, сильными. С них начинается любой бросок. Скоростно-силовые упражнения для ног традиционны. Такое особенно подходит для борцов тяжелых весов. Отличное упражнение «Бег в гору». На отрезках дистанции, по заданию тренера, бег с ускорением. В нем, как и в различных прыжковых упражнениях, укрепляется опорно-двигательный аппарат. Несомненно, каждый, кто занимается борьбой, хоть раз попадал во время схватки в критическую ситуацию – на мост. Здесь важно терпеть, выдержать длительное статическое напряжение. И, конечно, нужны умения и сильные мышцы шеи, туловища, ног. Упражнения, как правило, даются в конце занятия, на фоне сильного утомления. Здесь развиваются уже не только скоростно-силовые качества, но и специальная силовая выносливость. Тренер дает задание на количество повторений. Какое упражнение воспитывает настоящий мужской характер? Волевые сильные борцы могут выполнить вис на согнутых руках в течение 2 и более минут. На ковре мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и Советского Союза Оганес Арутюнян и Тимирджан Калимули. Отличная физическая подготовленность, скоростно-силовая и специальная выносливость позволяет им проводить броски с широкой амплитудой в высоком темпе, четко защищаться от попыток проведения приемов и контратаковать. У этих борцов органично слиты специальная физическая и техническая подготовленность. Они умело используют свои скоростно-силовые качества для проведения приемов. Такому слиянию силы, скорости и техники помогают показанные в фильме упражнения. Конечно, ими не ограничивается выбор тренера. Необходим творческий подход, учет индивидуальности каждого борца в подборе специальных упражнений. Выполнять их нелегко, порой не легче, чем вести схватку с соперником. Но только такой упорный труд,
соблюдение спортивного режима позволит молодым борцам добиться успехов. В этом труде равны все, и молодые борцы, и опытные мастера.